Ну что, мы уже... Боится. Да нечего бояться тут. Мы уже приехали в квартиру. Сейчас будет обзор на хату, но первым делом обзор на кошку. Кошка без волос. Что-то с ней не то. О нет. Сваливает. Она не любит камеры. Кошка без волос. Не знаю, кто как к этому относится. Мне страшно. Лично. Так, обзор на хату. Экскурсию, пожалуйста. Экскурсию? Да. С чего начнем? С прихожей? Только света тут надо, ничего не видно. Это прихожая. Так, это прихожая. Прихожая какая? Не отреставрирована, не отремонтированная. Ага. Ну, на 50%. Обои только вот поклеены и все. Очень красиво. Ага. Пароль от Wi-Fi, кому надо смотреть. Пароль от Wi-Fi. Мало ли приедете. Ага. Это так. У нас зал. Это зал. Вот кошка. Да, вот она кошка. Диван. Привезенный. Откуда? Красноярский. Из Красноярска? Да. Какое совпадение, я тоже из Красноярска. Палас старый, годов 80-х. Привезен сначала из Омска в Красноярск, потом из Красноярска в Омск. Потрясающая история. Да. Здесь вот на стене вы можете видеть мою картину. Твою картину? Да, которую я нарисовал, подарил маме. Ни хрена себе. Да. Очень красиво. Мы не знали, что ты художник. Да, Капа. Я великий художник. Тут у нас клочок обоев таких, потом обои такие. Ага. Оригинально. Да. Это... Кухонный стол. Умирающий ноутбук. А, умирающий ноутбук. Умирающий ноутбук. Стримить вот будут, да, сегодня, да? 8-летний. Ты будешь стримить с него сегодня? Конечно. Я помню его еще в Красноярске. Конечно, все из Красноярска. Да. Стол... Красноярск. Вообще, кого мы обманываем? Все мы в Красноярске находимся. Да. Давай не будем врать с нашим зрителям. Мы в Красноярске. В Красноярске не было такого ужасного балкона. Ужасный балкон? Давайте заценим ужасный балкон. В Красноярске он был отремонтирован, все красивенько. А здесь, смотри, мега опасно. Он в любой момент просто вывалится, может. Все шатается. Да, облокотишься, так и все. А зимой что? Зимой все. Тут разве снег не пролетает? Не, не пролетает. Но холодно здесь зимой, естественно. Здесь справа огромная финиковая пальма растет. Ух ты. Да. Ты финики ешь с ними? Да. Каждый год собираю. Честно. Окей. Да. Буду знать. Горох. Свежий горох. С фермерских полей украден вчера. Зря ты это на камеру сказал, Саш. Все нормально. Теперь это может последствия иметь, да, для тебя. Может, я пошутил. А, да. Ну, фермеры знают правду, у которых ты украл горох, они правду знают. Да и ладно. Угу. Холодильник. Это холодильник. Прямо в зале, рядом с телевизором. Да, потому что моя кухня маленькая, места нету особо. Вот, собственно, кухня, это проход здесь, либо там, через коридор. Вот сквозной проход. Да. Кухня, как обычно, раковина, мусорка под раковиной. Ага, телевизор. Все такое, да? Люстра с Красноярска. О-о-о! Да? Сколько всего с Красноярска. Да. Фотография. Это мана с Красноярска. Я понял. Туалет ванна, понятно, да. Вот место, откуда мы изначально выходили, это комната сестры. Ага. Здесь, собственно, что? Вот это с Красноярска. Остальное в основном это местное, омское. Ну что-то вот у сестры не вижу персонального компьютера. Еще не работает, не накопила. Не работает еще. Не устроилась на работу. И вот тут есть еще комната. Ну, это главная комната. Да, она больше, главное, чем зал. Потому что размеру. Я тут буду спать. Где я буду спать, скажи? Нет, скорее всего, ты будешь спать лично на моей кровати. Вот. Да, уж, ага, на твоей кровати. Потому что я буду спать, скорее всего, на кровати сестры. Я уже примерился, я подхожу. Ну, либо наоборот, ты там, я здесь. Понял, что ты придумал. Чтобы уж на полу не спать. А тут у нас что? Здесь, под красивым освещением, монеты, недавно найденные мной. Да, откопанные в земле. Ты кладоискатель? Да, я кладоискатель.
А у тебя есть YouTube канал? Да, у меня есть YouTube канал. Ссылка в описании. Да. Подписываемся. Ребята, на последника. Подписываемся и отписываемся. Подписываемся, ждем 3 недели, роликов нету, отписываемся. Такой план. Давайте ссылку на ТикТок лучше. И на ТикТок ссылку поставим, да. Чтоб дизлайков побольше было. Пепельница. Пепельница со львом. Да, 19 век. Жесть. Стоит около 15 тысяч долларов. Вот именно, что тут целое состояние, а ты его не реализовываешь. Не продаешь ничего никак. Не хочу. Микропосредник. Микропосредник, да. Микропосредник тут. Тоже персонального компьютера нету. Не работает, не накопил. Жесть. Ну как не накопил? Вот. О, миллионы, мои миллионы. Пачка лежат, огромная. Огромная деньги. Пачка денег, десяток. Да. Нумизматика. Вот что. Это мое все. Вот я им говорю, лучше бы продал эти штуки все, которые на столе тут лежат, и купил компьютер. И счастье бы в жизни было сразу. А тут вот, да. Вид из окна сосны, чисто. Батарея, как в школе, кстати. Да, батареи старые еще. А, нет, в школе другие были. Обзор на хату. Так, какой план у нас? План? Расскажи. Примерно через минут 15-20 покушать. Покушать? Гулять. И гулять? Да. Отлично. Встреча с братом, знакомство. Брат-миллиардер уже один. Миллиардер. Будет приятно, обсудим деловые вопросы. Да. Познакомимся. Слава богу. Гитара, кстати. Да, гитара расстроенная, никто на ней не играет. Вот, послушай даже. Да. Продашь мне? Я гитару скупаю, потом продаю в Красноярске. Это моя новая работа. Нам налили кучу вина. Дома за ужином родители Саши налили нам кучу вина. Ну, не сказал бы, что я бухой, но я не употреблял алкоголь где-то полгода, может быть. Ну, чуть меньше или чуть больше. Короче, очень долго не пил. И меня от бутылки, нет, не от бутылки, ну, от двух бокалов вина меня подубило немножко. И пиво еще было, да. В общем, алкотрип начался сразу с алка. Только приехал, сразу налили. Это все Саша. Там закат. Закат вообще, вот здесь всегда красиво смотреть. Закат омский сейчас, да, очень прикольно. Какой-то торговый центр. Но это не... Это маяк. Но это не центр города. А это маяк, мол, справа. А еще я картошку уронил на пол случайно. И я ее не убрал, забыл. И сейчас эта картошка там на полу лежит, хоть бы на нее никто не наступил, боже. Идем встречаться с уникальным человеком, с братом. С двоюродным? Троюродным. С троюродным братом. Какой у него ник на Твиче? Какой ник на Твиче у него? Никакой, его нет на Твиче. Нет на Твиче. Единственный раз он заходил к тебе на Ютубе, когда писал: молодой человек, у вас мыло встало. Вот тут у нас шашлык, доставка, вот. Какие-то шаурмячечные, по всей видимости, вьетнамская кухня. Ты кушал тут, Саня? Побаиваешься. Побаиваешься? Да. Ты думаешь, твой город тебя отравит? Он всегда нас травит. Он всегда нас травит. Наши города всегда нас травят, друзья. Страшно, брат-миллиардер. Брат-миллиардер, да. Я турист. Жалко, я не заснял, блин. Черт. Там, короче, мужик. Мужик, короче, писал. Прямо рядом с переходом. Потом, да, здесь понятно, что тут парник. Жарище. Там пускают рули, поехали. Что вы думаете про Омск? Расскажите.
Омск. Да, интервью. Я Юрий Дудь ваш сегодня. Ну, город, хороший город, богатый. Центр Сибири. Конечно же, да. Столица Сибири, можно сказать. Строится, да. Работы много. Даже, ну, столько мест, что вроде все работают, а места все равно есть. Ну вот валить или не валить из Омска? Я думаю... Женя, ты как думаешь? Я вот думаю, не могу додумать. Валить из Омска или нет? Что он сказал? Он спросил, дурак ли я. А, вот все говорят, хотят покинуть Омск. Такой мем есть. Да, конечно, все. По 15 тысяч вон каждые полгода уезжают. А в итоге ты говоришь, что все супер. Кому как. Кому как, да. Да. Вот кому как. Тик-ток. 4750. 4750 подписчиков. Человек-миллиардер. Да хватит меня спрашивать уже. Что вы на меня напали? Что это такое? Что это такое? И как мне тренироваться? Кстати, Станя, при встрече хотел еще сказать, классные семейки. Это шорты. Это шорты. Еще при встрече хотел. Нужно типа вдвоем заниматься? Нет, вставай. Второй ногой. Не встал. Ничего. Ты просто пошел туда-сюда, туда-сюда. Вот так? Да. Ну такая длина. Отлично. А зачем вон там еще вторая часть тренажера? Здесь ты садишься, берешься руками, видишь педали, как типа голова тренажера. Просто делать тренажер? Да. Слушай, это и правда, типа, нагружает. Не, ну на самом деле, типа, отлично. А, балансировать. Балансировать не просто. Особенно если не держаться. Если держаться, то легче. А это что? Да это ж полное дерьмо. Тут даже сопротивления нет никакого. Какая-то бестолковая тренажерка. А это что? Резко. А? Ну это не для нас. Туда, вон, прыгай вон туда. Туда садись. Вот на эту штуку? И что это? Садись туда, жопой туда садись. А ноги в какую сторону? Ноги вперед, вон на палку. Так. А руками за этими вот так. Вот так вот? Да. Типа. И руками от себя. Вперед. Давай, давай. Нифига себе. Надо, чтобы кто-то камеру взял. Я не ожидал, что это так сложно. Я думал, тут будет супер легко. И от себя нужно просто толкать. А до какого момента? Когда тянешься. А у меня не хватает растяжки ноги. Или, может быть, повыше. Сейчас, подожди, я еще вообще не понимаю, что это такое. Это для растяжки, что ли? Или для чего? Возможно, я не знаю. Очень, очень специфичная штука. Я вообще не знаю, что за прикол с ней. И вообще, как нужно спину ставить. Ты профессиональный оператор, я подбежу. Сколько берешь в час? В час? 300 баксов. Yes. Кстати, у вас тут батарейка садится. Она садится уже второй день. Она второй день садится. У меня еще 4 пары аккумулятора. Еще 3. Короче, я не понимаю, что это такое, честно. Но что я точно знаю, я не могу до конца опуститься. Меня начинает сразу тянуть очень сильно. Короче, необычный тренажер. Спасибо большое Омску за предоставленное оборудование. Рекламируем Омск. Да. И оператор. Омск город. Seems good. Так, теперь выход на две. Выход на две сразу, пожалуйста. Было неплохо.
Похоже на ваши видеоролики с вашей прогулки, с той самой. Окей, класс. Теперь я выход на две делаю, давай. Без разминки, так чтобы сразу потянуть, порвать все свои. Так. Готово, все, выход на две. Так, и... Ты гадок, почти. Почти, конец. Спасибо за внимание, всем пока. Что вы сказали? Я сказал hello. Hello? Про what your arms? You are Proteus friend? Yes, of course. Ой, me too. Do you want to live together? Че? Let's bike квартира. Yes. Together. Скажи привет всем трем людям, которые будут смотреть. Proteus, ты и я. Передай нам приветы в будущем. Привет. Привет, будущий Саша. Будущий Саша. Ты, наверное, не ожидал, что будет всего 3 просмотра. Ну, будешь в следующий раз знать, как снимать хуйту. Ты, кстати, первый человек за всю историю моего вообще канала, который снимал меня. Да? Да. Больше никто никогда не снимал. Сюда штатив только. Ну, я штатив тоже взял, кстати, с собой. Отлично. У тебя появились конкуренты. Идем домой, вот, короче. И уже ночь, 23 часа, потемнело и зажглись фонари. И вот здесь вот на зеленом бульваре очень-очень интересные фонари. Короче, вот видите, вот такая шляпа сверху светится. Это отраженный свет. На самом деле вот снизу находится прожектор, ну фонарь, он светит на верхнюю вот эту поверхность, от нее отражается свет и уже освещает. А по факту, типа, сам фонарь светит вверх, а не вниз. В общем, очень интересно, вот такая, видите, изогнутая форма у отражателя. Видимо, это спецом сделано, чтобы лучше светило. Я таких фонарей нигде не видел. Кроме как в Омске, вот тут вот. Таких никогда не видел. Интересное дизайнерское решение. Может быть, это, ну, оправдано, чтобы свет был не ослепляющим, а супер мягким. Он и является супер мягким. Вот отсюда хорошо видно, что светит вверх. Видите? Вот, идем домой. Тут уже темно, ночь. Но очень тепло. Погода просто супер идеальная, даже жарковато еще до сих пор. В 11. То есть плюс 26, наверное, плюс 25 где-то. Супер жарко, тепло. Сейчас очень темно. Фонари вот здесь не горят почему-то. Кстати, в Омске вот, очень болотистая местность. И если ветерок с болота дунет, вообще запах болота супер жестко сразу настигает. Прям пованивает, воняет. В общем, в Красноярске такого вот нету. Ну, сейчас придем домой и будем что-то спать. Может, папича смотреть будем всю ночь. Потому что он сейчас Dark Souls стримит, надо пересматривать. Папича стримы пропускать нельзя. В одной кроватке под одним одеяльцем. Стримы Папича. Гей-парти. Вот я в поезде кушал курицу, кстати. И дома я кушал курицу. И Саша приготовил мне курицу тоже. Короче, у меня одна курица. А помнишь, Саша, вот как ходили мы с тобой в Красноярске встречать Ирку? С учебы. Да. Как давно это было? Это был или 11 класс, или после? 11 класс. Я помню, что мы еще приходили возле школы на турничке. Да. А ведь в тот момент и даже представить было сложно, что так все переменится, да? Это, знаешь, о чем может говорить? О том, что и сейчас нам сложно представить, как переменится все еще через 5 лет. Через 5 лет мы также будем идти и говорить, а помнишь, мы по Омску гуляли? Да, как все переменилось? Может, с тобой мы уже будем гулять не в Омске, не в Красноярске, а где-то вообще. В Швейцарии. Или мы будем у Протауса в гостях в Австралии. В гостях. Да. Привет, Прота. Путина, может, уже не будет. Путина не будет? Ты чё? Не, ну и тут я готов. Это стабильно. Ты что? Путин навсегда. Да нет. Да-да. День номер 2. Завтрак. Чай. Супер крутое малиновое варенье. Супер крутые оладьи. Средник Папича без футболки. Поэтому показываю только голову.